А если вы желаете приобрести монеты на iOS, предлагаю вам и я, Сара Джабула. Самые низкие цены и быстрая доставка. Ссылочка в описании. Здорово, чуваки, с вами канал Games Club. И смотрю, я что-то давненько не был у нас в Анапа на канале. И я решил, короче, записать его. И сейчас тут одного чувака нету, я его сейчас сюда запихну. И мы поедем играть против 8-й команды недели, насколько я помню. Так. Вот так вот выглядит. Ёлы-палы. Я, походу, последнюю поставил команду недели. Ай, ну ладно. В общем, будем играть против этой команды недели. И надеюсь, мы ее порвем просто на изи-катке. Давайте, поехали. Надо, чтобы Мчедлидзе там забил. И, если честно, я уже разучился за него играть. Так, что-то у меня... Так. У меня что-то произошло. В общем, буду играть я вот так вот. Потому что что-то странное произошло с геймпадом. И тогда будем играть вот так вот. И вон сюда вот дай. И вон сюда. И вон... Ай-яй-яй. Так. Так. И можно! Нет, нельзя. К сожалению, нельзя. Так. Дост с мячом, опасно. Кристиан Тельо. Нет, нет, нет. Нельзя. Хорош. Ой, вот это ошибочка. А где наш Чедлидзе? Чедлидзе, вот он. Побежал. Давай, батя. Давай. Побежал. Давай. Давай. Ай-яй-яй. Не получилось у него пройти. К сожалению. Так. Нет, нет, нет. Нет. Уйди отсюда. Все, хорош. Пасик сюда. Сюда. И можно забросик сделать. Нам Чедлидзе. Ну куда ты пас-то давал? Так. Нам осталось поменять одного, по-моему, игрока. Так что надо забить Чедлидзе и... Даже одного гола, думаю, хватит. Показывает свой дриблинг нам Лавери, или как там его зовут. И можно бить! Мы-то знаем, как бьют у нас Леван Чедлидзе. Так что можно ожидать от него всякого... Всякого. Вот так вот. Так, так. Ой-ой-ой! Дост уходит. Нет, 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 все в порядке. Лука Заранзия. Заранзия побежал. Опа. И давай, давай, пошел. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Сейчас попробуем сделать навес. И давай навес. Фиговый навес. Ну, надо было еще чуть-чуть бы... О, ты что, Мчедлидзе ушатал? Ушатал, блин. Прошу прощения. Так. Как он обыграл технично. Пасик, можно здесь стеночку сыграть, наверное. А Дост выходит 1-1 и... Гол. Фух, нет. Так, это... Не помню, кто это. Ой-ой-ой, ошибочка у нас получилась. Все в порядке. Нет, не все в порядке. Так. Сюда вот. Что, первый тайм или офсайд? Ну, офсайд там точно не было. Да, первый тайм завершился. Счет у нас... 0-0. Поехали. Так, где у нас Чедлидзе? Ой, ушатали бедного. Блин. Не дают нам забить за Чедлидзе что-то. Как мы помним, он в прошлой серии такую баночку положил. Просто шикарная баночка была. Так, если честно, я разучился играть на клавиатуре. А я совсем забыл, что я... За записью, точнее, ну, когда не снимал, я играл без геймпада и поставил там настройки на клавиатуру, и сейчас забыл поменять.
И сейчас у нас вот такая вот фигня, и мы играем на клавиатуре. Хумель с мечом. Так. Это, по-моему, его сив. Ой, убрал в очко как! Хорош было. Неплохо в очко его убрал. Это Глик, по-моему. Или не помню. Ой, это было раскатано. Шедевр! Шедевр это был! Надо было класть такую баночку. Ой-ой-ой, как не разыграли там Чедлидзе и вот этот вот чувак с зелеными бутсами. Было бы красиво, если мы положили бы баночку. Потому что, ну, было красиво, реально. Так, Рибери выходит здесь. Обыгрывает. Рибери! Франк! Рибери! Забивает. Козел, падла. 9-й номер команды Низель забивает нам гол. Капитан, собственно. Ну, харе радоваться. Ну, пожалуйста, давайте уже. Харе. Хумельс тут. С ним на пару. Ну, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. И сейчас это было точно в тему. Так. Петрович. Вам везет, Петрович. Хорош здесь было сыграно, но здесь Дост подхватывает мяч. Опять чувак какой-то маленький, не знаю, кто это был. Так, Тиаго, пейс бешеный, просто бешеный. Можно вот так вот. И давай еще раз так положи. Нет, сейчас он так не положит. На воротах у нас Серджо Асенджо какой-то. Не знаю, если честно, кто это. Так, ой, здесь можно наказать Кристиана Тельо. Вот мы его наказываем. Делаем замах. Еще замах. И еще. И все. Нафига вот эти вот замахи я делал, не знаю. Так, это кто у нас? А, Соколовский. Так, Пьяти уходит. Вместо него выходит Соко. Насколько я знаю, это серебряный дорогой информ. Так. Так, Кристиан Тельо. Пасик на Доста. Дост. Ой. И Кристиан Тельо может забивать второй. Нет. Давненько я вообще не играл FIFA World. И удар, гол. Нет, не гол. И разучился я что-то. Так, прошу прощения. Это у меня наушники упали. Так, сюда вот. Так, это Лавери, а вот он. И Соко здесь, быстро ноги, играет стеночку. Пасик на Тельо. Тельо, может, в центр уйдет. Здесь будет. Да, уходит в центр. Удар. Удар Доста. Ой-ой-ой. На 90 минуте мы пропускаем. И, к сожалению, скорее всего, мы не забьем ни одного гола в первом матче. Блин, это плохо. Мне какие-то деревянные, если честно. Так. Так, сейчас я, наверное, геймпад подключу. Так. Ой, не туда нажал. Так, выйти в центр. И, к сожалению, мы не забили ни одного гола. Так, сейчас настройки надо зайти. Поставить на геймпад. Основная классика. Пас, удар, пас, разрез. Все как на пробежке. Мод точного удара. Все окей. Давайте. Так. Немного у нас что-то подвисло. Так. И может выйти в центр. Да. Спасибо, EA, спасибо. Вы меня выкинули из Ultimate Team. Так, в жопу иди, мне нужно Ultimate Team, эй. Хочу Ultimate Team. Почему нельзя? Эй. Не знаю, почему нельзя. Короче, походу, нельзя. Бред сказал. И что?
Короче, наверное, на этом у нас видос заканчивается. Я еще попытаюсь. И, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Чуваки, долго посидев, короче, порешав проблему, я все-таки ее решил, и давайте отправимся играть второй матч. Второй матч у нас против той же команды недели. Не знаю, почему я ее выбрал. Хочу отомстить ей за первый матч, в котором мы проиграли 0-2. Нам забил, насколько я помню, Рибери и Дост. Да, вот эти вот парни нам забили. И сейчас я намерен им отомстить. И геймпад я подключил, все в порядке. И давайте, поехали. Надо забивать как можно больше мячей. Хотя бы как минимум 2 гола, чтобы мы смогли поменять. Хотя бы да, уже до нерарного серебра. Так, Чудлица здесь побежал. Побежал и забивает. Да ёлки-палки, ну как так там, Чедлидзе? Эх, если бы мы забили сейчас, поменяли бы уже одного игрока. А вы помните, какую мы комбинацию сделали в первом матче? Это было просто шедевр. Это шедевр. Как многие любят прикалываться, но это был реально шедевр. И, если честно, мне понравилась эта раскаточка, если мы... И можно класть! Да ёлки-палки, что же не везёт-то? Леван Чедлидзе не может забить. У нас начиналась черная полоса в жизни футболиста. В смысле, то, что он не забивает. И это меня, если честно, печалит. Да. Лука Зарандия с мячом. Побежал. И пасик сюда, вот еще пасик. Ну, блин, ну не судьба дать точный пас на нашего Ливанчика Мчедлидзе. Здесь вот Каутиньо, который получил Сиф или, по-моему, Тиф. Не помню. Вот здесь, вот, неплохо. Пожалуйста. Да ёб твою мать. Как так-то вот... То они все время мешают, вот то и промахивается, то прям под как ты нажал удар, так сразу они у тебя забирают мяч. Тут ты даже обыграть не можешь. Я понял, что Мчедлидзе нужно второй нападающий, который может с ним отыгрываться. Так. Так, это у нас Лавери наш. Дриблер от бога. И пеналь. Пеналь ставь. Или офсайд. Да. Походу мы никогда не будем забивать. Моменты-то есть. А голов-то нету. Вот что. О, столкнулись. Вот что печалит. Рибери наш. Франк. Финтер, и вот это вот гол, как они так забивают, я не понимаю. Я раскатываю там, что угодно там творю, фигарю там, нет, дорогой, ты чё? Нет, ты не забьёшь, естественно. Давай, побежал. Ну ты быстрее Глика в 100 раз. Не знаю, как у него там пейс 50-40, а у тебя 60. Целых 60, мать его, 6. Лови, ну, блин. Чё вы такие какие-то инвалиды? Так, Леван Чедлидзе развернулся и побежал. Вот сейчас нужно забивать. Вот сейчас реально нужно забивать! Ну какого фига он мешает-то? Глик, блин. Глюк сраный. Падла. Сверхатакующий я поставил, короче. Чтобы мы там смогли забить. И, пожалуйста, ну... Твою мать. Ну как ты не забиваешь-то? Так, Чедлидзе снова с мячом.
Снова с мечом Чедлидзе. Бам! Да ёлки-палки, ну Ливан! Пожалуйста! 2 гола! Что, трудно, что ли, а? Даже Рондон 3 забил. 3! Еще пас точно не можешь отдать, скотина. И можно бить. Да ёлки-палки, то вратарь, то мимо. То защитники эти сраные. Петрович, давай навес. Навес и говно, навес. Даже удара не было. И можно... Нет, нельзя. И даже скидочка на Руни, блин. Прям на Руни, на Сифа Руни 88. И можно бить. И убивать. Твою мать, вратарь. Давайте, парни. Я вас верю. Надо хотя бы один, чтобы серия прошла не зря. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Давай, Чедлидзе. Чедлидзе, давай бей. Да! Да, нафиг, видали? Да! Это Ливан Чедлидзе, который забивает с левой ноги, по-моему, да? Так, давай, радуйся уже, наконец-таки. Давайте посмотрим, как он там. Да ёлки-палки, опять эта фигня. Ладно, один гол у нас есть уже, и надо еще один, чтобы до неражного серебра дойти. Давайте. Чедлидзе. Чедлидзе, давай. Вот. Вот. Это твой шанс. Твой шанс. И нету твоего шанса, который мы могли сейчас забить второй мяч, чтобы поменять двоих игроков, но нет. К сожалению, не получается. Так. Сюда вот. Сюда вот. Исан, давай. Есть свободная зона. Давай, давай, давай. Нарушение было. Да, 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 да. Сейчас мы попробуем реализовать этот штрафной. Так, мне нужен Чедлидзе. Вот, Ливан Чедлидзе. Ага, они двигаются, да? Все, отошли быстро. Быстро отошли, я сказал. Ливан Чедлидзе у мяча. Сейчас нужно сюда вот зашарахать. Давай. Бам! Нет, не бам, к сожалению. Эх, 81-я минута и все. Не получается забить у нас. И вбей! Да черт. Тулалан, центральный защитник в этой команде недели, а так он обычно ЦДМ. Так, забросик на Кристиана Тельо. Тельо, нет, 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 не забивай, пожалуйста. И гол. Ой, вратарь. Хорош. Неплохо было сыграно. Блин, какая-то минута матча-то, я уже не знаю, 90-я, да? Надо один, пожалуйста. Ливан Чедлидзе, пожалуйста, надо забить один гол. Давай, побежал. Давай, давай. Да я... Эх, печалечка. Так. Ой-ой-ой. Что произошло? Нарушение? Каутиньо там... И все, 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 мать вашу, все, один гол мы забили, и все. Так, опять что ли сервера EA, EA Sports? Опять ваши гребаные сервера. Пожалуйста, давайте EA Sports, не хочу, чтобы опять ваши сервера сраные. Короче, ребят, тут такое дело, опять недоступно Ultimate Team, и даже не знаю, что делать. Наверное, в следующей серии мы уже поменяем оставшегося футболиста на равного бронзового. И сейчас я, наверное, с вами попрощаюсь, давайте еще раз попробуем. Нет. Ничего, конечно, не происходит, потому что сервера EA это полное говно, как
в покупнинге. Если вы смотрели, то вы поймете. Если нет, то посмотрите. В общем, что хочу сказать. Мы забили один гол, и, если честно, это плохо. Да, это плохо, и надеюсь, что в следующем матче, точнее, в следующей серии, мы уже забьем как можно больше мячей и поменяем редкую бронзу на нередкое серебро. В общем, с вами был канал Games Club. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.